Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игру Space Engineers. Напомню вам, что в прошлой серии, в прошлом стриме мы, в общем, пытались отремонтировать корабль, который мы украли. Вот. Как мы его не ремонтировали, в общем, все равно наш, в общем, турельки, да, наши в него стреляют, и, короче, я решил забить на него. Вот, и в конце серии я его взорвал просто. Мы прилетели на свой свое старое место обитания, откуда все началось. Да, немножко пострадал наш корабль, потому что тот кораблик наш зацепил, взорвались наши торпеды. Тут, смотрю, даже внизу пострадал немного. Вот, ну, это не критично, лететь он может. Итак, друзья, я еще поставил мод один, потому что сейчас надо будет, ну, интересно, мод на скорость. Теперь у нас скорость безлимитная, но там или до половины скорости света, что ли, не знаю. Вот. Потому что сейчас надо будет летать по земле и смотреть, где у нас находятся какие-нибудь базы, станции. Вот. А скорость 100 метров в секунду, ну это просто смешно. Ну так, что ж, давайте пробуем наш мод. Так, садимся. Наш истребитель просто... Хотя бы на истребителя проверим. Так, чем? 8-9 включаем. Все, завелся. Стыковаемся. Или мы стыкованы? Это передняя камера. Ладно. Думаю, ничего не зацепим. В общем, я так понял, вот эту максимальную скорость 100 метров в секунду разработчики специально сделали для того, чтобы, ну, для производительности игры, потому что не успевает прогружать текстуры, ну, как обычно наш истребитель начинает сам по себе лететь. Так, что-то не помню, какие-то лаги, или мне кажется. Давайте попробуем. Ну что ты, блин, все. Лучше... Блин, лучше, друзья, мы опробовали не на истребителе, а на каком-нибудь буре, не знаю. Да, это будет очень печально на истребителе. Тут взять наш бур. Так, пробуем на нем. Так, взлетаем. Да что-то троит. Соточка есть. Ну, в принципе, нормально. 2 сотки. Нам сейчас как раз слета надо собирать. Я не помню, где-то здесь он. Мне интересно, как им будет останавливаться корабль, потому что это с такой скоростью надо будет останавливать, наверное, не знаю, полчаса. Но так уже у меня и боком летит, и вперед. Скорость 300, 400 почти. Так. Где-то у нас тут озеро было. 500 метров в секунду. Я думаю, наверное, где-то за несколько десятков километров надо уже будет останавливаться. Да, друзья, вот уже наше озеро. Ну, мы, конечно, останавливаться будем так долго. Обычно вот у нас с прежней скоростью 100 метров в секунду, я сюда долетал, не знаю, ну, реальных, наверное, минут 15. А вот тут я, ну, конечно, чуть-чуть вырезал за кадром, ну, грубо говоря, за пару минут, 3 минуты долетел. Так, ну, теперь, конечно, надо... Ну, как долетел? Почти. Подождите, это разве оно? Мне кажется, оно другое было. Ну, в принципе, больше... А, вон еще какой-то есть. Так, наверное, вот это ближе будет. Да, перевернись ты как следует. Так, да, да. Наверное, давайте на него полетим. Да, что-то мне кажется, надо уже останавливать его. Скорость 300, я жму тормоз. Реакция почти нулевая.
Может, придется как-то задними движками тормозить. Мы еще и падаем, что ли? Причем так реально падаем. Да. Слишком прям разогнались. Так. Ну это неинтересно, конечно. Не буду возрождаться, лучше перезагружусь я. В общем, я тот мод удалил, поставил другой мод. Тоже на изменение скорости. Только для больших кораблей максимальная скорость 200, а для малых 300. А то, блин, вообще нереально установить. Я там вообще за кадром где-то 600 разгонялся. Там я, там конечно же можно и больше, но я уже никуда было. Он так неуправляем был. Так. Нам, короче, надо полететь на то озеро и добыть лед. И тогда уже отправляться, ну, на поиски баз каких-нибудь на планете. Конечно, вот мало льда, но я думаю, этого хватит, чтобы долететь до озера. Так, включаем ионные задние, атмосферные, ну и водородные. Нет, как всегда, забываю стыковаться. Что такое? Что случилось? Я ж всех там пристыковывал. Что там с варщиками делается? А? Так, а ты хоть нормально стоишь? Стоит, закрепленный. Да, блин. Так. Заводи свои двигатели. Ну, не понял. У нас повреждены шасси. Ну, сейчас мы это исправим. Блин, я... Что за... Вот. А кто их повредил? Я что ли? Мотор, труба, компонент. Так, может, тут все есть. Труба, я сказал, что и коннектор поврежден, что ли. Ой, ну его хотя бы сейчас и починим. Мотор, труба, компонент. Друг, сядь ты. Так, что, он пристыковался? Да, убедиться надо. Нет, нифига, он кто-то вообще. Все. Заперся. Полетели. На озеро. Летим, друзья. Набираем скорость. Конечно, сильно не будем разгоняться. Тут даже 200. Не забываем, что у нас одного атмосферника нет. Это я не очень пойму. Что за гора? Блин, облометку поставить. Все двери раскрыты, ангар раскрыт. А пофиг. Блин, ну вроде сюда летим. Ну, там. Ладно, летим. Все равно какой-нибудь лед-то найдем. Понял, что это за мод был второй, который я поставил. Он, походу, ограничивает видимость. Я, честно, даже не знаю, как куда лететь. Мне кажется, лучше проще оставить наш первый тот мод. Потому что иначе я не вижу, куда я лечу. Я понимаю, может, это сделано для оптимизации производительности, но у меня все-таки комп тянет пока что. И даже те скоростя. Ну ладно, давайте как-нибудь уже долетим. Ну, давайте сделаем отметку. Может быть, вспомню, как она называется. Ну-ка. Где-нибудь появилась отметка лед? Да. А, вот 39 километров. Ну,
Полетим туда, значит. Да, максимальная скорость 200 км в час. Ой, метров в секунду. Летим мы вроде шустро, но я ничего не вижу вообще. Там что-то дымится уже у меня. А что ж такое-то? Бул, что ли? В общем, не знаю, я, наверное, выключу этот мод. Ну, невозможно, я вообще ничего не вижу. Оставлю тот и... Может быть, кто-нибудь из вас, друзья, знает хороший мод на лимит скорости. Только чтобы не такое было большой, как скорость света там и тому подобное. Совсем другое дело, друзья. Все видно, даже облака, атмосферу. Тоже, ну вообще все белое было, все слепило. У меня глаза чуть не вытекли. Вот он уже и лед на подходе, скорость 250, надо потихоньку снижаться. Да, походу этот мод на ребаланс водорода, он все-таки экономит наш водород. Смотрим, сколько лечу. Так, ну, все, тормози давай. Тормози, говорю. Походу мы это озеро пролетим еще на пару километров. Уже тормозить мы никак не хотим. Ну. Так. Затормозило задними двигателями. Поднял корабль вверх. Затормозил. Чуть-чуть вперед. Сейчас немножко добудем льда. Ну как немножко, скорее немножко льда, чтобы хватило и на бур, на корабль наш, чтобы мы нормально вылетели на орбиту и поискали какую-нибудь базу. Почему кислород низкий? Может, потому что на высоте был? Неважно, главное, не задыхаемся. Уже сейчас заодно посмотрим, что там с буром. Ну, все так, летели за льдом. Что там бур у нас дымился? Или это ты? Коннектор твой. Так. Все целая нога. Все. Ну да. Если она не целая, то уже бы давно летал где-нибудь. Блин, а скорее всего этот коннектор вот этот дымился. Не знаю. Мотор, компьютер, молодой. Ладно, все это потом. Все равно мы спрячем где-нибудь в ангар, когда выйдем в космос. Нет, вообще не спрячем, там истребитель сидит. Сейчас немножко льда добудем. Опять-таки, опять я оговорился. Не немножко, а множко. Забыл, что у меня дисплея нету. Хотя, в принципе-то он и не нужен, но все равно мне ничего не показывает на буре. Каким-то... Почему-то, как-то неизвестно даже почему. Что там валяется? Или это просто дырка? Ну да, наверное, моя прошлая дырка, которую я просверлил. Поэтому мы уже ее используем для бурения. Сейчас немножко расковыряем место, чтобы вместился я. Я нажимаю правой кнопкой мышки, чтобы он бурил все вокруг. Так, ну теперь давайте бурить левой кнопкой мышки, собирать лед. Пошел процесс. Так, я насобирал очень много льда. Пришлось даже немножко ставить двигателей на нашем буре.
потому что он уже не хотел, отказался работать. Но я добыл очень много льда, что даже не все нам корабль влезло. Еще где-то 100 тонн осталось, или килограмм, нет, тонн в нашем буре. Итак, что, теперь самое время лететь в космос. Закрываем все двери. Да. Так, закрываем. Включаем вентиляцию. Objective complete. Угу. Отлично. Да, закроешь ты. Заряжать. А, мы заряжены. Отлично. Так. Отлично. Все есть. Есть. Платины просто невероятно много у нас. Почему водород 92%? Не понял. А, может он... Ладно, ну-ка, где наши... Вот, он еще наполняется. Ну, ладно, наполняется. Ну все, включаем наш, скорее всего, водород, атмосферные двигатели. И взлетаем. Блин, не хватает одного двигателя атмосферного, и уже корабль, смотрите, у нас очень медленно взлетает. Надо будет все-таки остановить его. Сейчас вырвемся на орбиту, включим ионники и вперед. Вперед искать какие-нибудь базы. Да, даже на подъем скорость растет. Мне кажется, мы назад движемся еще. Как-то непонятно, траектория у нас. Так, скорость, ну пока что атмосферники работают. Нет, начало снижение. Включаем ион. Полетели. Давайте водород включим. Да, отрываемся. Куда ж мы денемся? Отрываемся, набираем скорость. Надеюсь, скорость не падения. Нет, отрываемся. Так, как-то вот так. Луна. А, что случилось? А, блин, друзья, я забыл включить вентиляцию, ё-моё. Сейчас вырвемся в космос. Вентиляцию... у себя там, на палубе, короче, и рядом. Так, ну сейчас еще немножко оторвемся, можно будет сопорнуть и искать. Друзья, скоро 600 и набирает обороты. Я думаю, наверное, пока хватит баловаться. От гравитации мы уже так, в принципе... прилично оторвались. Включаем водородники. Атмосферные выключим. Так, ну нам надо остановиться, а то я сейчас, если выйду, то меня просто приплющит кораблю, не знаю, на такой скорости. Так, предыдущей серии, даже позапрошлой, или не знаю какой там, ну еще мы когда приземлялись на землю. О, главное выстроить не влететь какой-нибудь на такой скорости. Блин. Вот это вот действительно. В общем, мы когда прилетали на землю, были отметки каких-то баз двух. Вот, надо бы их как-то найти. Блин, опасно на такой скорости. Надо все. Не позволять себе больше такого.
Так что там у нас? Не хотят с нами дружить, гражданские. Так, ну сейчас более-менее остановимся, тогда полетим искать место положения какой-нибудь баз на земле. В принципе, мы даже можем прыжок сделать. Блин, да когда же он становится? А до этого я хочу еще... Все-таки я переименую себя немножко. И тут у нас редактировать будет не 777. А будем называться ФБР. Вот. Чтобы нас боялись. Ну что там скорость? 118. Хм, с такой скоростью нам даже ВАП-двигатели нужны. Даже не знаю, куда лететь. Наверное, где-то туда. Ну, сейчас скорость снизим. Лед у нас вообще тает на глазах. Даже я не представляю, не понимаю даже какую. О, мы уже по чеку не прилетели. О, что там сзади? Что астероид? Сейчас, блин, луна так выглядит, как будто она прям вообще рядом с нами. Солнышко светит сильно. В принципе, остановились. Надо полетим туда. 4, 3, 2, 1, 0. Все. Все, не шевелимся. Так, включаем вентиляцию первым делом. Мы так. И здесь. Что-то слабенько. Что там у нас? У нас полные резервуары с кислородом. Что-то не наполняешь? Почему нету? А ты? Не совсем понимаю, почему. Странно. Ладно. Наполнится. Давайте наш варп-двигатель, 1%, дальность куда-нибудь на 5%, вот в ту сторону, нет, значит вот в эту, блин, не туда нажал, так что, 5% много, давайте 3, блин, а вот так, 43 километра, нет, а нам хотя бы 100 где-то надо прыгнуть. Все-таки 5 на 4. Давайте хотя бы так сначала. Прыгай. Ем. Итак. Ничего пока не видно, может снизиться нужно. У нас вентиляция не работает, потому что у нас где-то разгерметизирован корпус. Я даже примерно вспомнил где. У нас же тут в районе крыла повреждения. Вот, так что холостую не будем использовать вентиляцию. Давайте на орбиту. Отлично, вообще превосходно, зашибись просто. Я еще удивляюсь, почему нет кислорода, почему не герметично. Ну, вообще. Ну-ка. Во! Вот это, ну блин, как же ж так, а? Вот это я лоханулся. О, все, можно снимать шлем. Так, в общем, я уже сделал несколько прыжков, варп-прыжков. Слава богу, что на маленькие расстояния у нас двигатель не так быстро разряжается. Пока что я не знаю, я... Может быть, просто ближе к орбите прилететь надо.
Давайте, может, еще один прыжок сделаю сейчас. Где-то побольше. На 10% поставлю. Да, сюда. И на обратную сторону земли прилетим. Потому что именно там мы и видели какие-то отметки баз. Так, ну, давайте мы потихоньку будем снижаться. Главное сильно скорость не увеличивать. Там 300, 400, 600, 1000. Разгонимся так где-то до соточки, до 200 можно. Гасители выключим. Так. Ну вот постепенно будем снижаться и искать. В итоге не знаю, я уже полетел пол земли, это точно, уже долго летаю. Никак не могу никого найти, хотя странно. В прошлых сериях я так сразу резко обнаружил сигналы, баз. Сейчас, конечно, еще поищу немножко в другой части, там где солнце, закат. По идее, ночь должна быть. Вот. Ну и дальше пока не знаю, что делать. Короче, никого не нашел я. Я уже устал просто летать по планете. Уже и водород подходит к концу. Вот, решил я построить где-нибудь тут вот базу рядом со льдом. Возможно, буду базу строить в горе, не знаю, ну посмотрим. Или под землей. Вот. Сейчас мы нормально сядем. Потому что он не хочет сильно останавливаться. Я ему здесь вот сядем, приземлимся. Или может уже прямо на корабле. Чтобы прям с корабля можно поставить было какой-нибудь бур. И с помощью поршней бурить. Ну стой, стой, сколько можно лететь? Так, где бы остановиться? Не знаю, или в горе, или под землей базу сделать. Давайте я пока приземлюсь. Посмотрим, что с кислородом. А то бывает низкий уровень кислорода в разных местах земли. Кремний, магний нашелся. У меня все есть. Дерево не приземлиться бы. Неровная поверхность. У меня что, опять ноги нету, что ли? Мне забодали пропадать. Ох, какой вид отсюда. Пока выключим. Ну, нормальный уровень кислорода, высокий. Прикольная местность. В общем, насчет, где поставить время на базу, я даже не знаю. Либо в земле, на глубине, либо в скале. Ну, в скале, ну, уже сколько я много видел таких вот роликов, где... О, уже собаки. Где в скале, в горе делают базы. Я вот хочу под землей сделать. Построить какой-нибудь бур такой и просверлить хорошую... дырку в земле и там попробовать основать, ну, небольшую базу, чтобы пока заняться нашим кораблем, переделкой нашего корабля.
Вот, а на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока.